Всем привет! У нас сегодня бутербродная тема. Приготовим пиццу-бутерброды. Так, поехали! Нам понадобится грибы, шампиньоны свежие, колбаса, два вида, огурцы соленые, соус томатный, собственного происхождения, я уже туда чеснок нарезал, и сыр. Начнем с соуса. Добавим туда орегано и базилика. И это дело перемешаем. Взяли противень, положили пергаментную бумагу, чтобы потом не отмывать этот же противень. И начинаем все собирать. Выкладываем вначале тосты. Затем берем соус и поливаем. Затем колбасу, она такая перченая немножко. Затем посыпем сыром. Сыр обычный, российский. Затем шампиньоны. И вот тоненько нарезанные. Огурчик для сочности. Остатки сыра высыпаем. Если вам кажется, что чего-то не хватает, все правильно, не хватает колбасы. Колбасы много не бывает. Включаем конвекцию 180 градусов и отправляем в духовку минут на 12-15. Прошло 14 минут. О, чуть не упало. Осталось дегустировать. Как настоящая пицца. Дальше вы сами знаете. Подписывайтесь, ставьте лайки, готовьте. Всем пока!